Он заморозил сперму. Счастливая кровец рассказала о родах от Джигарханяна. Такого поворота, кажется, никто не ожидал. У умершего 14 ноября знаменитого актера театра и кино Армена Джигарханяна могут, вероятно, вскоре появиться иные наследники первой очереди, помимо его жены Татьяны Власовой и пасынка Степана Джигарханяна. С таким сенсационным заявлением выступила актриса и певица Алена Кровец. «У нас на Рублевке есть элитный центр планирования семьи», – говорит светская львица. Так вот, судачат, что Армен Джигарханян якобы приезжал туда и замораживал свои сперматозоиды. В самой клинике мне это не подтвердили, сославшись на медицинскую тайну, но слухи у нас такие ходят. «Я хочу поговорить с бывшей женой актера Виталиной Цымбалюк-Романовской», – продолжает Алена. «Может, она что-то знает про это. Если все же эти сплетни окажутся правдой, то я хотела бы заручиться согласием своего мужа получить эти сперматозоиды, забеременеть с их помощью и родить. Это же прекрасный генетический материал. Дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости. К тому же дочь давно просила меня о братике или сестричке. Думаю, если я смогу забеременеть и у меня родится мальчик, назову его Арменом, а девочку Леночкой, память об умершей дочери уважаемого и любимого мною Армена Борисовича».